Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, мы продолжаем проходить Резидента 8-го. И это герцог сидит, что-то вообще, блядь, залипает. В общем-то, в прошлой серии мы открыли какой-то куда-то проход. Ну, я так понимаю, мы пытаемся выбраться отсюда, но просто так выбраться не получится, либо придется... Ой, так, а можем патрончики-то сделать? Не можем. Подожди. Хилок я сделаю, а то чё мы без хилок-то? Я так понимаю, что нам придется воевать с этим пропеллером, раз. Ну и, соответственно, с самим этим Гейзенбергом. Мы открыли проход вот суды. Еще я хотел сказать в прошлый раз, что как-то несоизмеримо. Мы пушки прокачиваем, тратим много денег. Враги тоже прокачиваются, и такое ощущение, что мы с первой пушкой в самом начале, да? Ой, блядь. Порох. Где? Порох. Для дробовика, хорошо. Что-нибудь еще здесь есть? Сейчас опять этот с дрелью, блядь, вылезет. Страшно. И честно сказать, помещение... Бля, вот видишь? Вот, вот. Это значит, что сейчас кто-то из врагов придет. Мы там, кстати, не все что-то собрали. Ой, ебать. Мина. Бежим. Перезарядка. Тихонько отходим, отступаем. Все. Вот это вот фигово, что у него на спине эта штука. У меня вообще ничего не осталось. Есть еще 5 зарядов от этого. И 25 получается для этой. Для винтовки, для снайперской. Вообще, типа, тут мини какой-то лабиринт. Можно было здесь бегать и забегать к нему со спины. Тик. Ага. Бля, тут вообще мое сердечко приостановилось. Да быстрее. Нормально все? Так, тут все собрали, бежим дальше. Еще один не работает. А это лифт. Фу, блядь. Входите, входите. У меня всегда есть новинки. Здрасте. Здорово. Я честно скажу, я до сих пор не могу отойти. Что у тебя есть-то? Мне ни на что не хватает, если только какую-то... Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Если только какую-то пушку продать, давай сохраняться. Скажите, если найдет...
Покажу сейчас, подожди. Хочешь еще что-то ценное? Так, я пока, если что, не лечусь. Ты глянь, у тебя сколько порох и патрон лежит, и что ты мне их не продаешь? Так, ну мы открыли типа лифт. Блядь, так можно вообще это... Сердечный приступ поймать, ебать, он вылетел. Путь будет долгим. Да пошел ты, блядь. Мы с тобой скоро на ножах будем сражаться со всеми. А там дверь какая-то. Ну да, с пропеллером придется сражаться в любом случае. Либо может он сам как-нибудь куда-нибудь упадет. Да попади-то по ящику. Деньги и деньги, деньги и деньги. Есть выход сюда. А тут ничего нету. Миранда считает, что мы просто дети. При этом ей совершенно нет дела до нас. Потом... Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить ее. Да так уничтожь, что ты ко мне? Посрать на ваши семейные разборки. Ебать, они тут тренируются. Вставай. Траву вижу. Бомбы. Порох. Блин, до сих пор не могу дробовик делать. Ржавые обломки нужны. Так, здесь еще не все. Ну, как бы... А чем мне сражаться-то? От пропеллера только убегать могу. Снайперкой? Интересно. Это прям не очень. Всего 4 патрона. Ну и ладно. Открывай. Отмычка. Отмычка нужна была где-то там, нужна была, я помню. Но я туда сейчас не побегу. Слушай, мы не все здесь собрали. О, там какой-то... А как туда наверх подняться? Никак? Мы не все здесь собрали. О! И опять не все. Ну, я так быстренько сейчас пройдусь, пробегусь. Может, что-то еще здесь... Где-то. Нет. Далеких планет. Так. Короче, ладно, пошли. Пошли на босса с 4 патронами для дробовика. Вообще, я хотел действовать по следующей тактике.
Тактика довольно-таки простая. Создаешь патроны для пистолета, их получается больше. А для дробовика просто собираешь, собираешь, собираешь. Но не тут-то было. Типа сейчас мы вниз спустимся. И будет нам жара, да? Придется бежать. О, подожди. А ножом нельзя? Тут же есть много патрон. Ой, да. Здесь есть много кристаллов. Так, сохранение пройдено. Блядь, тут все это сыпется. Порох. Этот дебил придет, отвечаю. Начнет орать, блядь. Для винтовки. Ну, как я и сказал, уже будем сражаться винтовкой. Да, ну... Еще один? Достань. Ебать, это один, по-твоему? Так, выбрать. Бежим. Бежим, бежим. Так, я хотел сделать не то, я хотел сделать вот это. Твою мать. Так, FR. Бля, как это... Идут, идут, бля. Я их завалю. Бежим. Нормально, нормально. Убегаем. Бля, прикрывают. Видишь, какие умные. Бежим. Блять. Хорош. Теперь ты. Ты
чё варианты-то? Других вариантов-то и нет. Блять, один патрон. Я-то думал, сейчас пропеллер придет. Но они, в принципе, ладно, не такие сложные. Если еще сейчас не прилетят, конечно. Где тут я еще ящики видел? Давай посмотрим, что можем создать. Мы можем создать... Давай пистолет создадим. 15 патрон. Так, это не то. Туда. На двоечку. Перезаряжай. Ну, я так понимаю, что пока только... А, вот что. Пока только снайперка нас спасет. Так, тут еще патроны. Это будет взрыв. Я, наверное, не все, да, собрал? Я могу залезть. Ага, лестница. Текаем нахуй. О, патрон для пистолета. Вот, теперь все собрали. А это что за ковши? Так, сохранение. Сейчас эта тварь выбежит. Так, записки. Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыт выявили... Ограниченную способность к полету, расстояние полета небольшое, зато теперь можно преодолевать труднопроходимые места. Улучшенный солдат, бронесолдат, установил пластину из алюминиевого сплава, чтобы защитить грудной реактор и открытые участки тела. Опыт показывает, что он неуязвим к обычному огнестрельному оружию. Броня ломается от сильных залпов, надо продолжать разработку. Ну, ну вообще, если надо, то, конечно, продолжай. Карты фабрики, верхние этажи. А это... Оружия тут нет у вас? Это можно куда-то откатить, я вижу. Типа нам туда, но если ты не заметил... Тут должен быть боезапас, да? Так, что-то нашли. Шаблон шара. Да? Понятно. Это мы поняли теперь, как работает. И чё? Чё-то ещё не всё. Шаблон шара. Лучше бы... А, во. Лучше бы оружие давали. Тут все? Тут все. Так, и чё? Куда мы вообще идем-то? Вопрос такой интересный. Ага. Тут чё? Патрошки. Вот побольше патрон для пистолета. У разрабы уже есть какой-то счетчик. Вот здесь нужно столько-то миллиардов патрон. Если ты кривой, то еще вот. А погоди, там ветер нас не сдует. А!
было неожиданно. Черт, пронесло. Пойдем в обратном направлении, посмотрим. Что же тут есть? Железяки. А ты типа тут проломить что-то должен был, нет? Ну, я так понимаю, пути у нас назад уже нет. Все обрезано. А где мы тут что еще не взяли? Так, ну ладно. Пойдем навстречу приключениям. Аккуратнее по этим трубам. Опа. А чё они желтым горят? Типа по ним ходить можно? А туда мы можем сходить? Нет, туда не пускает. Мы полезли наверх тогда. Ну да, это история с Гейзенбергом тоже длинная такая. В отличие от кукольницы и Моро. Так, лифт куда-то. И... все. Вот здесь горит о том, что есть что-то для меня важное. Реагент. Так, стоп. Чё с патронушками? Опять обломков не хватает. Это пока не дело. Так, поехали. Куда-то. Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку и всей деревне. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Ну попробуй. Да, ее уже забрали. Итан, ты че? Немножко глупенький, да? Мы сейчас с тобой чем занимаемся? Пытаемся дочь вернуть? Ой, короче. Ну вот что, вот вы мне сейчас вот это дадите. А, так, сейчас. Два пистолет. Сейчас определенно будет какой-то бой. Шаблон ключа. Шаблон ключа. О! Так, патрон, пистолет. Сейчас я кое-что сделаю. Так, ты идешь вместо ножа. И нам как-то нужно научиться переключать, что ли. Как это работает? Т. Ф, Т. Ну чё? F-tab. Нет, это не то. F. Вниз, вверх. Я не понял, я зажал на мышке все кнопки и F с R зажал. Ладно, тут вроде разобрались, идем дальше. А, мне нужно отлить ключ. А ключ от чего? Подожди. Стой. Здесь что-то где-то есть. А туда мы залезть не можем. Пока что.
Мы сейчас на лифте в плавильню, наверное, доедем. Еще. 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 Вот, видишь? Во, я понял, как это работает. Как-то нужно вот туда на трубу спрыгнуть. Пойдем посмотрим. Вот тут, что ли? Ну, типа, да. Ну, пойдем тогда. Ага. А, а, видел, как я заметил все. Мина, отлично. Че еще? Ведь по-любому еще мина. Здесь все. Ну и получается, тут мы собрали. Сейчас мы съезжаем, ну и назад. Так, мы можем сейчас отлить шар. Кристалл. И здесь все. Я что-то ничего такого серьезного не встречал, чтобы продать и за 180 кусков купить автомат. Сейчас подойдем к этой двери. Узнаем о том, что нам нужен ключ от нее. Да, от нее нужен ключ. Вызываем лифтецкий. Сейчас к нам приедет наш добрый друг. Три этажа, это третий. На втором мы выходили. То есть мы даже можем еще типа кружок один сделать. Привет. Во-первых, я тебе продам камни. Они хоть вообще ничего не стоят толком. О, три камня. Куплю я охотно. 176. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Да ты вообще красавчик. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Б4 едем. Все, поехали. А тебя тут не укачивает, слышь, в лифте? Как он тебя вообще возит? По идее, все правильно едем. Да, давай сохранимся. На второй слот. Я думаю, что это... В смысле? Да идите вы нахуй. Я не хочу сражаться с этими... С дрелерукими. Это прям меня вообще напрягает. Да, блядь. Ну, допустим. С этими-то ладно, с этими говно сражаться. Мы везде здесь были. Я не помню, где литейная. Литейная, по-моему, снизу. Так ведь? Тут вот свет, который в долине захватывает. Я про фонарь. Мне еще из окна свет. Где? Не дробовик. Что-то как-то мы без проблем до литейной дошли.
не находите ли? Кстати, знаешь что? А тут нет пацанов. Вот я что могу сказать. Давай мы сейчас шар отольем, потом ключ отольем. А где это? Шаблон шара, во. Вдруг мы где-нибудь этот лабиринт встретим, а у нас шара нет. Кстати говоря, вот, вот здесь отмычка. Давай сейчас сходим тогда, откроем, посмотрим, что там есть. Железный шар с лошадью, отлично. А теперь шаблон ключа с лошадью. Кстати, обычно уже эти дрелеруки фигня. Как у вас тут все оперативно и быстро. Хорошо. Сюда же, да? Не понял. Отмычечка. Быстрей. Отлично. Это прям очень хорошо. А я про эту дверь вообще забыл. Здоров. Только не один. Вы закончились, пацаны? А, тут еще что-то? Может, оружие хотя бы? Запчасть, рукоять? Это от его молотка. Так, еще не все. Так. Создание боезапаса, во-первых. Вот так, во-вторых, вот так. Так, ну пойдем. Я... мне, если память не изменяет... Где-то я видел за дверью, за закрытый еще этот... Еще какой-то чемодан. Это если я ничего не путаю. А, мы его достали. Ну, все, тогда бежим на лифт и к двери с лошадью. Так, где я? Я теряюсь. Огромная фабрика просто. Короче, задача в следующем. Задача сейчас бежать до лифта. Все. Ни на кого не ост... Ты дурак? Вставай, бежим. Это, блядь, что-то вообще другое было. Ёб твою мать. Бежим. Долго. Блядь. Перезаряжай. Сука. Уходи. Я здесь.
Хочу попробовать его завалить. Чистое кристальное сердце. Слышь, товарищ, ты мне должен продать патрон. Ну что ж, смело изучайте. А у тебя ничего и нет, да? Кроме вот этих. Ладно. Нет задачи важнее, чем добыча товара. О, нет ничего важнее. 25. Подожди, запчасть это не продаем пока. Должно быть. А если я куплю автоматик за 180 рубликов? Пу-пу-ру-пу-пу. Давай попозже. По мне так отличная сделка. Фабрика Гейзенберга. Так, поехали наверх. Второго я попробую запомнить. Если прям нужны будут деньги, мы пойдем второго завалим. Но у меня не с чего его валить. Тут вот... Бля, вообще ничего нет. Я надеюсь, перед битвой с боссом нам дадут... немножко хотя бы амуниции. Ножом у нас ничего не получится. Теперь открыто. Логично. Тикс, 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 тикс. А здесь и нет ничего. А ты и правда живучий. Но мне надоело болтать. Подожди. А там лабиринт. Умри, наконец. Слышишь эти звуки? Да. Тебя кое-кто дожидается. Мы уже догадались. Мина. Я чувствую, мы сейчас с тобой... прототип Штурм использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудрился... оттяпать себе пальцы пропеллером, есть проблема с перегревом при длительном использовании. Вывод. Полная неудача. Так, то есть с лица его атаковать бесполезно. Со спины его можно атаковать. Но нужно что-то придумать. Давай сделаем... мины. И бомбы. Ну, как-то так. Все здесь взяли. Фух, пошли. Мы сейчас зайдем в этот лабиринт, и надо будет от него бегать. У меня нет времени на эту херню. Здорово! Окей. Где сюда? Подходи. Так, главное, чтобы он не зажимал нас. Бежим.
Бля, понял. В принципе, у меня есть план по войне с ним. Которые... Да ну... Нет, подожди. Да не то. Сука ты, мразь. Так, стоп. Беги. Блять, а тут это... Сука, 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 сука. Бежим. Сейчас будет это полыхать. Еще. Что делать-то? Я в огне. Падла, вставай. Блядь, бежим. Это как? А где он? Я что-то не понял. Иди сюда. Блять. Бегаем, короче, вокруг этой штуки. Перегрев двигателя. Бежим. Все пиздец. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот и лежи. Все. Все. Я-то думал. Здесь наверняка я много чего не взял, потому что я в одном месте был. Но нам нужно это бы поднайти. Либо он должен был все это поломать. А что за дверь? Мы отсюда пришли. Пойдем торганем, что ли? Ну что ж, смело изучайте. Так, изучаем. Всего лишь 45 тысяч. Не нравится? По мне, так честная цена. Я хочу купить за 180 косариков вот это. Еда — это жизнь. Так, оружейная. Ага,
Заходите еще. Так, так, так. А это что такое? Это дробовик. Ну тогда ладно. Если это... Подожди. Это точно дробовик? Точно дробовик. Как желаете. Припасы, подожди. Ружье. Полуавтоматическое ружье. Короче, продают. Это инвестиции и... Да-да-да. Я тогда продаю вот этот за 120 тысяч. Вам это больше не нужно? Не нужно. А, по дальше. Мне так отличная сделка. Дальше тебя ставим на тройку. Тебя ставим на однерку. Ты чё? А, там нож. Так, тебя сюда, получается. Здрасте. У него урон ебенячий, ты чё? А, оружейное? Угу. Так, это у нас модель СУК-12. $238 Это, но он у меня прокачанный. СУК-12. Увеличивает огневую мощность. 42 тысячи. Берем. Отлично. Я могу установить любые модификации. Заходите еще. Как желаете. Патроны-то есть у тебя? Припасы. Пошел. Ты голоден? Закончили? Точно все купили? Да, 100%. А, так. По предметам ничего создать не могу, поэтому поехали. 1, 4. 1, 2. Пошли. Но главное, тварь завалили. Ладно. Дальше Гейзенберг. А чё же я здесь не взял-то? А здесь типа еще стены нет. Здесь ничего нет. Здесь. Я что-то пробегал, брал. Типа патронов каких-то. Да я вижу вход открыт, если что. А вот патрон, пистолет. Ну здесь я пок... Все. Только патроны для пистолета лежали у выхода. Такс. Что мы здесь имеем? Так, ящички. Здесь должно много быть всего интересного. Кнопочки. Небо оружечка. Сигара. Изучить. Миранда омерзительна. Ее вранье не знает границ. Для нее мы всегда всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. Мне повезло, что я более восприимчив к нему, чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучара всегда была не в себе. Для нее понятие «эксперимент» и «семья» равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мегамицелия. Малявка Роза, вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно... Кстати, у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Ага, уговорил? Уговорщик, блядь. Так, тут все взяли, пошли. Вообще, как бы с этим... Как туда попасть? Мне как-то туда надо.
Вот трава. Там, кстати, вот дверь. Там есть проход. Я что-то пропустил? А, во! Точно пропустил, а ты говоришь. Быстрее, быстрее идем вперед. Так, а, коза! Тукс. Все, все. Уж говорил, секретная комната. Для дробыша взяли потрошки. 10. Хорошо. Здесь все. Ну, пойдем на выход. Куда бы он ни шел. Бля, ну спрыгивать тоже сейчас вниз. Туда вон там дорожка какая-то. Прыгнуть вниз — это значит все. Если тут... Ну тут обломки, ладно. Пока ничего не могу сделать. Так, тут еще не все. Давай все посмотрим, все уголки. Ага, вижу. Блять, стоят. Ты видишь их? Суки. Не то. Давай залезем. Быстренько. Они сейчас на нас будут нападать. Мне надо на ящик спрыгнуть? Или чё? А, это... Вот приехали. Здесь ничего нет. А здесь? Здесь ничего нет. А если я посмотрю? Ну как-то неинтересно. Чё так пусто? Как бы, блядь, сюда трактор пригнали. Открыть. Что происходит? Угадай. Неплохо! Неплохо, Уинтерс! Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Сразу с ним воевать. Он там в кого-то превратился. За крюк. Я думал, сейчас сразу второй босс. Вот сволочь. А мы с тобой так долго наверх поднимались, да, Итан? Блять, опять. Что опять? Что-то опять. Ладно, я предлагаю тогда на этом на сегодня закончить. Продолжим уже в следующей серии. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.